Основателя IU Holding Шаршембека Абдукеримова взяли заочно под стражу. Такое решение было принято в Первомайском районном суде Бишкека. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу заочно с содержанием в учреждении номер 21 службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции, говорится в сообщении. Напомним, ранее в своем интервью информагентству Кабар президент Садыр Джапаров высказался относительно деятельности IU. Компания, как и раньше, уклонялась от уплаты налогов на миллионные суммы, попалась 12 тысячами поддельных акцизов и 275 тоннами контрабандного спирта, цена которого превышает 40 миллионов сомов. На основании этого спиртовой и водочные заводы конфискуются государством. Теперь и спирт, и водку будет выпускать государство, сказал президент.